Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем проект «Сюрприз», и первый участник нашего проекта – Михаил. Михаил, расскажи, пожалуйста, что ты хочешь делать в нашем проекте? Ну, честно говоря, когда мне сказали, что есть такой проект, что можно как-то организовать предложение руки и сердца, я сразу заинтересовался, потому что я хочу что-то необычного, что-то креативного для своей девушки, того, ну, как бы, ну, маленького чуда. Расскажи о своей девушке, какая она? Она замечательная. Она веселая, красивая очень. Ну, я не знаю, как описать свою девушку. Нам очень хорошо вместе. Это самое главное. А расскажи такой момент, как вы познакомились? Нас познакомили наши друзья. Как бы она не знала, что нас хотят познакомить, но знал я. И встретились, пообщались, познакомились, узнали друг друга получше, и пошло-поехало. В общем, спасибо друзьям. И то есть вот за полгода ты понял, что это действительно твой человек? Ну, да. Нам очень хорошо вместе, мы хорошо ладим. Уютно вместе, вот так вот скажем. Уютно, спокойно. Расскажи еще о ней. Она более активная или спокойная девочка, такая домашняя? Вот что мне в ней нравится, в ней комбинируются эти черты, ну, так же, как и во мне. То есть я как люблю и куда-то сорваться, поехать там, ну, в неизвестном направлении, так и люблю целыми днями там дома посидеть, там, на диванчике полежать, там, сериалы посмотреть. И она такая же. То есть она может со мной и дома посидеть, но она достаточно активный человек, чтобы там со мной куда-то гулять, там еще что-то, какие-то мероприятия. А вот танцы, музыка, что-нибудь такое она любит? Она раньше занималась танцами, сейчас не занимается, сейчас она заканчивает обучение, как бы все силы уходят на это. Ну, музыку, как, конечно, кто из нас не любит музыку? У каждого свои, конечно, предпочтения, но и танцы, и музыка. А какими видами танца она занималась? Ну, она такие, как бы, как это говорят, современные танцы. Но это было давно. Сейчас, как бы, она тоже там нашла какой-то кружок, там хочет походить, узнать, что там предлагают. Я только за. А насколько я знаю, ты поешь? Да, немного пою. У меня одно образование музыкальное, вот, так что один из дипломов – это руководитель народного хора, поэтому так пришлось, что немного пою. Слушай, тогда давай, если она, ну, в принципе, занималась сама танцами, да, ты поешь, а если мы попробуем совместить и танцы, и пение, и попробуем сделать флешмоб. И во время флешмоба нам помогут танцоры профессиональные, и во время флешмоба сделаешь ей предложение. Интересная идея, только надо как-то более подробно к этому подойти. И мы более подробно все обсудили. Подготовка к Дню X заняла 2 недели. Предложением руки и сердца от имени Михаила для Настеньки занималось более 50 человек. На момент реализации первого проекта казалось, что уже все население Новоуральска в курсе, что готовится. Не знала лишь сама Настенька. Центральный парк культуры и отдыха поддержал нашу идею. Каждое воскресенье в 12:00 на площадке Санцепарка проводятся детские тематические праздники. И как раз после такого праздника и решено было реализовать это трогательное событие – предложение руки и сердца. Но надо было каким-либо образом привести туда Настеньку, не вызвав ее подозрения. Так как Миша увлекается фотографией, то он сообщил возлюбленной, что его попросили пофотографировать выступление танцевальной команды А2. Привел он ее в ЦПКИО за полчаса до начала действия. Поэтому, когда все началось, в ее глазах уже читалось: «О боже, что я тут делаю? Могла бы спать дома». И сейчас будет выступать легендарная команда, танцевальная команда А2. Thank you.
Эмоции, слезы радости и невероятная история предложения руки и сердца, которую не стыдно рассказать друзьям, родным и даже будущим внукам. Ну что, ребят, во-первых, я поздравляю вас с таким замечательным событием, как обручение, помолвка. Вот скажи, пожалуйста, вот все-таки сюрприз, насколько такой он, ну, значимый, да? Какие твои чувства, какие твои ощущения? Не знаю, как это описать. Я как-то... У меня нет слов. Правда. Ну, так волнительно, это приятно, это радостно. Замечательно. От лица Новоуральской вещательной компании еще раз вас поздравляю. Всего вам хорошего, счастья, здоровья, любви и удачи. Ну и поцелуй для наших зрителей. Горько вам. Дарите друг другу такие истории и сюрпризы, которые в вашей семье будут передаваться из уст в уста на поколение вперед. Мы хотим поблагодарить спонсоров, без чьей помощи не состоялось бы это событие настолько торжественным. Центральный парк культуры и отдыха, танцевальную команду А2, фотостудию «Фотокласс», студию флористики «Грильяж» и рекламную группу «Осьминог». Дорогие друзья, если вы хотите удивить своих родных, близких и любимых, подарив им сказку, предложение руки и сердца, поздравление с днем рождения, юбилеем, выписка из роддома, любые сюрпризы и розыгрыши, звоните нам в редакцию 98808. Новоуральская вещательная компания желает вам только положительных эмоций. С вами была я, Ольга Воинова. Пока-пока!